Я вам хочу показать очень эффектные работы. Это шары, зонтики из ели обыкновенной. Вот, я так понимаю, шары уже готовы, да? Ой, или... зонтики, а, зонтики готовы, да, зонтики. А шарики еще должны чуть-чуть. Да, а шарики, смотрите, очень эффектно выглядит. То есть это из ели обыкновенной. Из ели обыкновенной. Сейчас вот мы пройдемся, посмотрим. А они в каком году были? Формировка у них? В 16-м году. А, в 16-м году. То есть фактически 3 года уже прошло, и, наверное, на 4-й они будут готовы, да, уже? Да, 4-й, 5-й год. 4-й, 5-й год. Крупная, зарастать должен довольно большой объем, и поэтому такой цикл производства. Смотрите. Очень эффектно выглядят. Вот, это из ели обыкновенной. Вот интересно. Вот это все, вот зонтики уже готовы, да, да. Зонты готовы. Вон, даже, наверное, уже отмечено. Уже кто-то приехал и уже отметил. Вот такие формочки. А это по-прежнему шары из Туи, западный Брабант.